Привет всем, уважаемые любители гитары. Если вы пережили первый урок страницы с 7 по 14, вы молодцы. Теперь переходим к страницам с 15 по 17. Эту рутину необходимо преодолеть. Если вы играете на расстроенной гитаре, не соблюдаете ритм, динамику, фразировку, то просто теряете время за гитарой. Играйте правильно. Вдоль по питерской. При ключе си бемоль, ми бемоль. Си бемоль у нас вместо четвертого лада и вместо открытой второй, третий лад. Пятая струна вместо второго лада, первый лад. Ми бемоль вместо ноты ми, ми бемоль. Бемоль на полтона ниже. Играем. В правой руке апояндо. Обратите внимание, третьим пальцем мы зажимаем какой-то момент времени сразу две струны. Приподнимаем палец и опускаем его. Очень важная деталь. Украинская песня. Характер быстро. Обратите внимание, что мы играем пальцы И, М, а под конец добавляем палец П на ноте ми. Знаков при ключе нет. Валерий Калинин, страница 15. Этюд. Как у месяца. Характер певучий. Играем две ноты сразу пальцами И, М. Кукушечка. Обратите внимание, при ключе знаки фа диез, до диез, соль диез. Добавляем в начале первый такт крещендо, усиление звука, последний такт диминуэндо. Полька. Характер исполнения живо. Обратите внимание, большой палец играет в стороне от пальцев И, М. Пальцы не встречаются. Thank you.
Как пошли наши подружки? Вы должны играть одинаковые интервалы, как будто это разные ноты. Русская народная песня «Эй!». Ухнем. Внимательно. Три строчки. Соблюдаем репризу на первой строчке, чтобы была квадратность. Обратите внимание на ритм. Делим мысленно такт на 4 части. В голове постоянно эти 4 четверти звучат. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И играем. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Обязательно соблюдайте паузу, четвертую четверть, и отработайте медленно, отдельно такты, где у нас ритм восьмая, две шестнадцатые. Поначалу у вас не будет получаться это. Поэтому внимательно, медленно отрабатываем. Заметьте, играю до фа одним пальцем. Очень приятный этюд. Можно играть как П, И, М, также и И, М, А. Первая строчка, вторая строчка, П, И, М. Шестая струна, третья струна, вторая струна. Thank you.
шумит и гудит. Украинская народная песня. Характер живо. Вакусница. Приключи фа диез, до диез, соль диез. Чтобы переход был более плавным, держим ноту ля, зажимаем ре фа диез и потом только отпускаем ноту ля. Одна терция перетекает в другую, плавно соединяем ноты. Обратите внимание, предпоследний такт ритенуто, обозначение рит, замедление, то есть вальс, это танец, три четверти, держим темп, раз, два, три, раз, два, три. А в самом конце предпоследний такт замедляем.